Ксения Собчак собрала за круглым столом 6 геев. Где был ты в этот момент? Я для них кунсткамеру готовил. Для меня вообще гомосексуализм – это болезнь. Я до сих пор не понимаю, почему, когда человек орет, что он Наполеон, его в дурку закрывает, а когда мужик орет, что он баба, его как бы говорят, что его надо там любить, лелеять и уважать. Но для меня непонятно. Для меня это болезнь, для меня это, вот, ну, я честно скажу, для меня это люди, как бы, которые, ну, не то, что второго сорта, но как бы для меня геи, они такие достаточно. Я стараюсь, если я узнаю, что это человек гей, даже если у меня с ним какие-то дела должны быть интересные по финансам, я от этих дел отказываюсь всегда. Принципом не дороже. Сколько извините, блин, сделала говна. Ну, обычных людей тоже, но это понятно. Тут хотя бы, а здесь он, как бы, когда они и пацанов молодых совращали, и чего только не было. У нас и депутатов, ну, я тебе хочу сказать, большое количество. Нам на страну частично правит.